едем на дачу смотреть. Уже непосредственно едем, что там с нашей крышей, с нашим домом, как все перезимовало. Ну, на озеро заодно заедем. Немножко трясет наш экипаж, потому что зимняя дорога. Ну, ладно, нам-то еще ничего. Как там этот пассажир в багажнике? Гуня! Гунар! Оп! Опа! Вроде ничего. Скоро приедем. Ну да, денечек сегодня очень хороший. Гунар! Привет всем! Ну вот, добрались. Ехать-то недалеко от города. 10 минут всего. Но уже надо привал. Гунька там уже все пометил. Гуня! Оп! Мы. На всякий случай. Большая снеговая. Если что, прорвемся. Идем по тропинке. Ну, тетя Лена по тропинке, а я, как обычно, по сугробу. А я в сапогах. Дача. Летом здесь, конечно, кайфово. Зимой тоже ничего. Гунар, посмотри на Гунара. Что он вытворяет? Гунар! На, рыбач. Снега много в этом году? Да очень много. Это уже март. Растаяло. Несмотря... Для Карелии это нормально. Несмотря на то, что мы идем хорошо, это потому что были оттепели. Я иду, а есть снег стал такой, видите, наст. Верный, самая широкая. А так, если бы мы пошли бы сюда в январе, было бы вот так. Так, мы уже приближаемся. Что-то там нашел. Ну да. Что там, дай посмотреть. Чё там? Чё там? Ушёл туда, под землю. Ушёл в снежную нору. Ничего себе. Ой. Пойдём. Уже ну на подходе. Что? Мы уже приближаемся. Домику. Будем проводить проверку. Вот. Ой. Тропинка здесь не протоптана. Домик стоит. Даже старый еще стоит домик. Гунар, туда, беги! Вот так вот Гунар, ой, радуется.
лесной прогулке. Ну, смех, смотри, он там следы. По чьим-то следам побежал. Так фоткать или видео? Нет, здесь фоткать. Угу. Ну вот, домик стоит. Тем временем, пока Лёша откапывает колодец, Гунар наслаждается снегом. Снега очень много. Ну давай, помоги Лёше. Помоги, Гунар. Давай, ты же помощник. Снимаешь, да, это чудо это. Он провалился. Смотри, сколько снега. Есть? Она за... Ой! Лёша, я провалилась, помогите! Гунар, пойдем, там слишком много снега. Вода есть. Покажи. Мы проникли внутрь, раскрутили дверь. Вон там вот черная пленка, что снаружи. Наш выход на крыльцо. Вот, все тут перезимовало, отлично. Снег тут практически нету. Что-то задуло. Крыша. Увеличилась дыра. Надо будет посмотреть, что там. Может, какие грызуны туда заползли. Но это все висит из-за спан. Ничего не упало. Вот, как видите. Никаких подпорок нету у этой крыши изнутри. Балка вот это сделана, но подпорки я решил не делать, оставить второй свет, и балку я этом летом сниму. Она здесь не нужна, это я хотел перестраховаться. Но поскольку у нас будет второй свет, и балки этой тоже не будет. Все отлично, все на месте. Довольно сухо здесь, комфортно. Пиломатериал сухой, какой был на ощупь, по крайней мере, снаружи. Все, еще месяцок-два, наверное. Ну, проползает волчара. Кстати говоря, да, на вот этих фундамент у меня сделан на блоках достаточно простой, 30 на 30 на 30. Больше всего переживал, что поведет их. Вроде пока тьфу-тьфу-тьфу, все на месте, все блоки, ничего никуда не ушло. Но посмотрим, сейчас еще будет теплая весна, когда все это будет оттаивать, когда будет оттаивать грунт. Но вот на 17 мая, а нет, вот там один вроде приподняло, сейчас посмотрим. Сейчас глянем. Угол вроде приподняло. Да? Да, смотрите, как приподняло угол. Ну ничего. Неприятность эту мы легко переживем. Ну, подождем весной, когда все оттает, все усядет, будет видно. Вот эта порванная часть, это мы когда делали крышу, я неаккуратно наступил, она единственная здесь такая косячная, но это мелочи, я потом это все заклею.
Но вот за зиму вот такая вот кроличья нора тут образовалась. Но дальше хода нет. Интересно, что это? Какая-то аномалия. Кошки. Блин, как хорошо, что осенью я их поставил и замазал. Вообще тут тепло и сухо. Та же вон испарина на первом окне пошла там снаружи. Ну, в целом неплохо. Могло быть все гораздо хуже.